Два основных вида рабочих платформ производства компании Shanxi – это гидравлическая рабочая платформа и мачтовый подъемник из алюминиевого профиля. Оба типа обеспечивают удобное управление. Современное оборудование для обеспечения качества продукции обслуживается и управляется нашими профессиональными инспекторами отдела контроля качества. Компания Shanxi успешно прошла сертификацию системы обеспечения качества ISO и одобрена системой мониторинга и управления для лифтов и эскалаторов Кона. Помимо этого, наша продукция получила сертификаты соответствия CE и GMC, а также отвечает требованиям стандартов качества аналогичных стандартов Бразилии, России и Украины. Компания Shanxi является собственником учреждений местного уровня, таких как постдокторская научно-исследовательская станция и инженерно-технический научный центр. Мы также выступаем сторонником инноваций и инвестируем достаточные средства для проведения независимых исследований и научно-технических разработок. За годы работы мы получили 45 патентов, 6 из которых – это патенты на изобретения. Компания Shanxi участвовала в редактировании стандарта на временно устанавливаемое подвесное подъемное оборудование и 4 других национальных стандартов и 3 промышленных стандартов.